Okay, beta. Very simple question. What is global warming adverse effects over the geographical conditions and its other physical... Hey, shh. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Лавировали, да так и не вылавировали. Регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе.